Приехали. Сейчас. Выходите, снимайте, еще раз сидите. Так, вот шарик здесь у нас гуляет. Да, забыл, забыл. Что, заедет нам сейчас, да? Да. Вот братья вышли встречать, а вот и брат Николай едет. Спитку это сделать не могу. Тогда пускай до обеда не сюда, в Одессу можно. Миром, братец. С миром принимаем. Сергей Цыганов найдет везде свинку. Так, не знакомы? Никита. Дорогой, пойдемте. Как раз по телекзавтру. С миром принимаем. Татьяна. А фамилия первого? Вот он. Михайлов. Никита. Ой, Михайлов. Выходил на нас, нет? Конечно. Мир вам, Геннадий Тихонович. Миром. Кто же такая? Доброе утро. Я Татьяна. Двоюродная сестра Владимира Пащенко. А, на него выходила, да? Да. А он здесь, вот он. Да, привезла вам вот это гостинец такой небольшой. Какой? Алла. Нет, значит. Алла. Кто? Подожди. Вова, подожди. Закрой. А где ты взяла их? Привезла вам. Александр. Да закрой скорее эту отлудите. Что ж ты делаешь? Ты тут подарок не опустил. Там голубка и это. Ну, конечно, все, я полез голубять, я все. Все. Заходите. Ух ты! Я как-то. Да у меня с голубями. Вы когда вы когда молились, и после молитвы говорили, что если у кого-то есть знакомые, да, те, да, которые держат. Дело в том, что залез колонок, 20 штук задушил. Все. Все. Вот это да! Никто не додумался, да? Я не буду показывать, как бы не вылетели. Это вообще за все годы один такой подарок. Мне, правда, из Германии хотели привезти. И тут в район ехать, но вы первые. Я сама их очень люблю, но... Так, Володя, к сожалению, держать нигде. Поклон тебе. Да я что? Молодец. А да, проходите. У нас, мы работаем с одним мужчиной, у него 70 лишних голубей, которые он их держит. Вот. Ну, у нас вообще много в округе голубей. Ну, он вот такой человек, что это не за деньги, ничего, вот так просто это, ну, подарок Игнатию Тихоновичу, да. Раз я приехал, спасибо, он мне охотно помог. Его называется. Да. Все, так, это, где Вячеслав-то? Сейчас мы его спросим. Сейчас будет это, завтрак, так что заходите. На завтрак. А потом уже разберемся, куда у вас. Шарик здесь? Шарик, вот здесь. Все, я дома. Закрой вот это. Так, а нам туда все. На завтрак. На завтрак, хорошо. Тогда сынки потом. Чего ты ему такое даешь? Это косточки. Еще? Он не отпустит теперь. Не, не, куда ты ему? Подожди, он не отпустит пока. Завтра грызет. Сергей, где удлинитель? Ивану я дал в руки. Зачем ты ему отдал? Для чего? Я тебя просил. Вот брат Николай. Пельмень скахи у нас. Это в Иване. Ну все, с Богом.